Белорусский драматический театр открывает новый театральный сезон. Первую постановку представят на суд зрителей 5 сентября. Это спектакль «Отцы и дети. Доктор Базаров» в постановке народного артиста Чувашии Владимира Красотина. Тема конфликта поколений по-прежнему актуальна, хотя со времени, когда Тургенев написал свое произведение, прошло 160 лет, молодежь все так же отрицает опыт старших, хочет носить другую одежду, слушать другую музыку и жить по-своему. Премьерные показы прошли с большим успехом, спектакль получил много положительных отзывов зрителей.